Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Как по маслу. Бобруйский бренд получил знак качества «Лучшие товары Беларуси 2021». С 2020 года загрузка наших производственных мощностей увеличилась почти в два раза. Где создают кошерный продукт. Не доехал. На Сикорского прямо во время движения загорелась Audi. Как среагировал водитель? Металлик снова в моде. Белорусские магазины пополнились новыми коллекциями. 80% из моей одежды – это отечественный производитель. Что с чем носить этой весной? А также весенний призыв, накопительная пенсия и последняя волна. В Беларуси значительно снизилось число заболевших COVID-19. На что надеются медики? Действовать по всем направлениям. Президент провел совещание с руководством Минобороны. Александр Лукашенко отметил, безопасность страны требует должного уровня боевой готовности вооруженных сил. Глава государства подчеркнул, Беларусь имеет компактную дееспособную армию, которая при этом хорошо оснащена. Однако важно учитывать, угрозы могут быть разными. Одно из важных направлений мы еще достаточно замысла не знаем, поэтому приходится действовать по всем направлениям. Может, у них замыслы против сосредоточения вооруженных сил наших и российских частей, которые остались после учений на нашей территории. Поэтому все это мы должны видеть и ни в коем случае не допустить развития подобных событий. Мы не можем допустить удара в спину российским вооруженным силам, чтобы они не смогли перерезать пути снабжения армии Российской Федерации, чтобы они не смогли зайти в тыл и нанести с тыла удар по людям из России. Что касается украинских беженцев, то для них в Беларусь двери открыты. Президент поручил создать для граждан соседней страны все условия. После глава государства больше двух часов общался с военными за закрытыми дверями. Экстренная остановка. В Бобруйске во время движения загорелся автомобиль. ЧП произошло около 14:30 на Сикорского, вблизи 18-го дома. Водителю Audi 100 пришлось экстренно затормозить и оставить машину на остановке общественного транспорта. Чтобы справиться с пожаром в моторном отсеке, понадобилась помощь спасателей. После авто эвакуировали. Назначена экспертиза, проводится проверка. Солнечный лидер, а вернее подсолнечный. Бобруйский завод растительных масел стал одним из ведущих в промышленности Бобруйска по итогам 2021-го. В производственной линейке порядка 20 наименований. Татьяна Горбач о кошерной продукции без ГМО и консервантов. Этот завод – старейший в отрасли и единственное предприятие в стране, способное с минимальными производственными потерями и себестоимостью перерабатывать рапсовое масло. И здесь компания в лидерах, в первую очередь, по итогам социально-экономического развития города за прошлый год. Плюс торговые марки «Адериха» и «Рафини» завоевали безусловную любовь потребителей и получили знак качества «Лучшие товары Беларуси 2021». Это настоящий источник незаменимых жирных кислот и целого комплекса витаминов. Продукт нормализует состояние кожи, снижает холестерин и даже способствует похудению. В год бобруйский бренд способен выпускать до 22 тысяч тонн качественного масла без ГМО и консервантов. Ассортимент 20 наименований. Цифры тоже впечатляют. По итогам работы за 2021 объемы производства здесь увеличились почти в 3,5 раза по сравнению с 2020. С 2020 года загрузка наших производственных мощностей увеличилась почти в два раза. У нас, конечно, есть задумки и дальше наращивать свои производственные мощности, тем более, что наше оборудование позволяет это сделать. У нас достаточно высокая заработная плата, которая составляет по 2021 году 1931 рубль и выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Завод осуществляет полный цикл переработки продукта. Оборудование самое современное. В 2016-м здесь провели комплексную модернизацию участка рафинации и дезодорации. Каждый этап производства под строгим контролем техники. Система очистки масла позволяет получать товар европейских стандартов качества. Благодаря модернизации увеличилась производительность переработки растительных
растительных масел. Если ранее мы за сутки производили до 20 тонн масла, то сейчас мы перерабатываем до 70 тонн рафинированного масла. Обновили здесь и линию розлива. Собственная ПЭТ-выдувная установка позволяет фасовать масло в тару различной емкости. Производительность 3000 единиц в час. Затем по конвейеру бутылки поступают в разливно-упаковочную машину. Тут они запечатываются колпачками. Дальше этикетка. Здесь смотрю за качеством бутылки, которая идет. Смотрим дату, акцизы, чтобы наклейки были красивые, чтобы бутылки были ровные. Вот, чтобы качественный продукт шел. Работа нравится тем, что она автоматизированная у нас полностью вся линия, от начала и до конца. Ручного труда нету. Ну и зарплата, конечно, стоящая у нас. Натуральность товара гарантирует регулярный покупательский спрос как на внутреннем, так и на внешних рынках. За 2021 экспорт вырос на 45% и составил 8 миллионов долларов. В числе основных потребителей – Литва, Латвия и Эстония. А кошерный продукт «Шалом» нашел своих поклонников и постоянных покупателей в Израиле. Но главное – жители города на Березине всегда снабжены свежим растительным маслом. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Зимняя резина, магазинная полка и брачный договор. Белорусы смогут бесплатно получить консультацию нотариусов. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси идет плановая призывная кампания. Ряды вооруженных сил этой весны пополнят несколько тысяч парней. Сейчас представители воинских частей и соединений знакомятся с новобранцами. Молодые люди проходят медкомиссии, проводится распределение призывников по местам службы. С октября в Беларуси заработает накопительная пенсия. Гарантируется сохранность средств и их капитализация. Раз в год страховой тариф можно менять или же приостановить. Этот документ в Минтруда называют шагом в развитии пенсионной системы. ГАИ советует белорусам не спешить с заменой зимней резины. Заморозки в ночные часы провоцируют появление гололедицы на проезжей части. Сцепление с дорогой сильно ухудшается. Учитывать эти обстоятельства необходимо при движении на скоростных магистралях. В стране продолжаются мониторинги цен в торговых сетях. Внимание не только социально значимым товарам, но и всей магазинной полке. В списке несколько десятков позиций. Упор инспекторы делают как на ценовую политику, так и на ассортимент. Нотариусы проконсультируют белорусов бесплатно 15 марта. Оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров и отчуждение недвижимости. Участие в традиционной республиканской благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня Конституции, примут все конторы и бюро страны. Ближе к победе с инфекцией. В Беларуси отмечается существенное снижение числа заболевших COVID-19. За минувшие сутки выявлено чуть больше 1000 заразившихся. Ранее Минздрав заявил, пятая волна пошла на спад. Медики надеются, она станет последней в формате пандемии, а инфекция перейдет в разряд сезонных заболеваний. Сейчас больницы постепенно переводят на плановый режим работы, однако расслабляться не стоит. Болеют в основном, конечно, более граждане пенсионного возраста, старше 60 лет, самый высокий уровень заболеваемости на сегодняшний день. Но, тем не менее, дети составляют в структуре заболеваний еще 12%. Та иммунизация населения, которая у нас идет, дала весомый вклад в профилактику и борьбу с пандемией. По последним данным Минздрава, более 5 миллионов человек в Беларуси прошли полный курс вакцинации. В Могилевской области это почти 600 тысяч, в Бобруйске без малого 126. Таким образом, иммунизация охватила уже 55% населения страны. Обновляем гардероб. Белорусские магазины пополнились новыми весенними коллекциями. Геометрические узоры, этнические орнаменты и крупный цветочный принт. В этом сезоне дизайнеры сделали акцент на практичные костюмы и удобные платья в пижамном стиле. С чем носить бессмертную классику, знает Ольга Васенда. Пришла пора весеннего шопинга. Обновление гардероба стоит начать с верхней одежды. Самый универсальный и практичный вариант – куртка. Дизайнеры предлагают модели как нейтральных оттенков, так и лазурного, желтого и цвета хаки. У белорусских производителей стоимость от 100 рублей. 80% из моей одежды – это отечественный производитель. Мне очень нравится, потому что цена, качество и модели очень достойные. Особенно вот
из последних. Мне кажется, что можно подобрать на любой вкус и на любую погоду. Для любителей бессмертной классики представлена палитра культовых пальто. Самая популярная – стеганая. Обойдется в 152 рубля. Модели разнообразные по фасону, силуэту, длине и цвету. Это оставляет простор для фантазии в сочетании с различной одеждой и обувью. В тренде – изумрудный и металлик. Бежевый тренч в стиле casual уже несколько лет не теряет свою актуальность. Сочетается как с классической, так и спортивной одеждой. Полиэстер не требует особого ухода. Плюс базовый тон легко можно разбавить яркими акцентами. Цена обновки – 126 рублей. В женский шопинг-лист весной 2022 стоит добавить гофрированное или шифоновое платье, удобный трикотажный костюм и, конечно же, базовую белую блузу. Цена отечественного производителя – 70 рублей. Для мужчин в этом сезоне актуальны различные оттенки коричневой гаммы. От самых темных до нежных карамельных. Разбавят образ элементы светлых тонов – рубашки, брюки, жилеты. Не менее популярен благородный и глубокий синий цвет. Скидочный день у нас всегда в четверг. И скидочки по поставщикам. У нас сейчас же мы уже подготовились уже к весенней коллекции. Делать луки разнообразными помогут головные уборы и аксессуары. Это в корне изменит стилистику комплекта. Если к джинсам и жакету добавить бейсболку, образ станет спортивным. Со шляпой, наоборот, классическим. Даже самый базовый наряд можно превратить в мини-шедевр. Просто разбавьте его модной сумкой и трендовым украшением. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!